Телеканал «Алматы» готовится отметить 20-летний юбилей. Праздничный фестиваль пройдет 23 ноября на территории спортивного комплекса «Медео». Гостей и жителей города ждет грандиозный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Лучшие артисты страны представят эксклюзивные хореографические и вокальные номера. Кроме того, участников мероприятия примут также участие в розыгрыше ценных призов, а самых активных зрителей ждут необычные подарки. Какие еще сюрпризы приготовил телеканал для любимых телезрителей, расскажет Дина Жанабекова. История канала «Алматы» берет свое начало с 1999 года. Мощный телецентр республиканского уровня входит в состав телеканалов национального цифрового вещания с охватом всех регионов страны. Через спутниковое телевидение «Отау ТВ» нас можно смотреть в любом уголке Казахстана. За два десятилетия непрерывной и качественной работы «Алматы» завоевал доверие и любовь своих зрителей. Именно для них наша команда готовит масштабное представление в одном из самых живописных уголков Казахстана. Здесь, на территории высокогорного спортивного комплекса «Медео», 23 ноября пройдет празднование 20-летия телеканала «Алматы». Нас ожидает невероятное шоу-программа, выступление звезд казахстанской эстрады, а также розыгрыш ценных призов. Массовые катания начнутся с самого утра. На лед выйдет вся дружная команда телеканала. Там каждый желающий сможет лично пообщаться с телеведущими и журналистами. В завершении праздника гостей будет ждать праздничный концерт. Будут звезды, это начинающие группы, кью-поп-группы Оти, Кристалс, известный Алишер Каримов, Беркут, Аиша. Приходите, будет очень весело, очень познавательно. Звезды эстрады представят неповторимые вокальные и хореографические номера. Со сцены будут звучать лучшие танцевальные хиты этого года. Одним из сюрпризов мероприятия обещает стать эксклюзивный дебют нового казахстанского артиста. Для нас огромная радость принимать участие в этом важном событии для телеканала «Алматы» в празднике 20 лет. И мы приготовили нового артиста эксклюзивно, специально для вас, для всех жителей и гостей города. Новую песню представит мой артист Мэйбо, а также Оти. Это треки, которые, в принципе, еще никто не слышал. Ну и как же без подарков? Абсолютно каждый гость фестиваля сможет стать участником праздничных розыгрышей. Победители викторин ждут ценные призы. В праздновании мы предполагаем также проводить большую акцию, благотворительную акцию. Также будет викторина, связанная с историей города, с историей контента, программ нашего канала. Ну, какие-то знаменательные сериалы, фильмы, программы интересные. Ну, естественно, мы рассчитываем на участие большого круга нашего зрителя. Празднование 20-летнего юбилея телеканала «Алматы» состоится 23 ноября на территории высокогорного катка «Медео». Убедительная просьба ко всем желающим – приобретать билеты заранее в онлайн-кассах. Дина Жанабекова, Влад Шишко, телеканал «Алматы».